Кэриш Доктор 2020. Приветствую всех. Получите бесплатную лицензию оптимизатора Кэриш Доктор 2020 для одного компьютера на один год. Комплексное решение для автоматического ухода за вашим компьютером под управлением Windows. Очистка цифрового мусора, улучшение производительности, защиты от угроз и уязвимостей, полный контроль системы Windows. Бесплатная лицензия. Предложение действует до 10.00 МСК, московского времени, 23 января 2020 года. До 23 января действует. Обратите внимание, для получения лицензии перейдите на страницу промо-акции, выполните регистрацию. Чтобы получить лицензию, скачайте, установите, активируя данные, регистрационное имя, ключ, поддерживаемые операционные системы. На год до 16 февраля 2021 года лицензия. Нажимаем на страницу промо-акции. Нажимаем Download Кэриш Доктор. Нужно ввести электронный адрес. Подтвердить. Здесь выбираем мужчина, женщина, работа, страна. Я не робот. Нажимаем. Пожалуйста, выберите Windows. Windows. Сразу для скачки. Сохранить. И вот сразу данные Rename, ключ. Запускаем от имени администратора. Это Download Hub. Мы его удаляем. Скачиваем с сайта Coms. Вот эта синяя кнопка. Скачать Кэриш Доктор. Скачать как. Вот здесь выбираем любую. Сохраняем. Запускаем. Далее. Я принимаю. Далее. Путь установки. Далее. Ярлыки. Далее. На рабочем столе ярлык. Далее. Установить. Запустить. Завершить. Запускаем от имени администратора. Добро пожаловать в программу Кэриш Доктор. Ну, здесь работа в реальном времени. Можно потом выбрать. Классический возьму. Русский. Использую языковое сопровождение. Я убираю. Контекстное меню интегрировать. Я не люблю контекстное меню, чтобы было. Общие настройки для всех пользователей. Тема. Я светлую выберу. Далее. Загрузка базы данных. О программе. Ознакомительный период, ввести лицензионный ключ и переходим, копируем имя, вставляем, копируем ключ, по-моему, вставился автоматически, далее зарегистрирован, здесь обслуживание, полная проверка, можно нажать просканирует. Очистка цифрового мусора. Ну, давайте полную проверку. Да. Ну, вот она нашла. Диагностика завершена. Проверено объектов. Обнаружена проблем. 600. Время сканирования 3 минуты. Далее. И здесь смотрим. Ну, мусор можно не смотреть. Вот угроза безопасности. Подробности. Подключена кэш. Пусть будет. Отправка отчетов. Открыт доступ к ресурсам. Ну пусть будет. Окей. И вот так по каждой можно посмотреть. Проскролить. Перед использованием этой программы
Нужно создать точку восстановления. Если у вас нет свежей точки восстановления системы Windows, нужно создать, чтобы если вдруг программа что-то удалит нужное, можно было откатить систему назад на момент создания точки восстановления. Точку восстановления создали, нажимаем «Исправить». Окей. Ну и так далее. Я видеообзор записывал на эту программу Carriage Doctor, может быть 19 года, не помню какого года, но принцип один и тот же. Особо здесь ничего не изменилось, здесь диагностика, вот все на русском языке, нажимаете, и там все понятно. Оптимизация служб, и здесь вкладки тоже. Монитор оборудования, статистика, настройка параметров, центр обновления, инструменты, помощь о программе. Программа хорошая, мне нравится, но до 23 января, 10.00, 23 января. Акция действует. Спасибо вам за внимание. Пишите в комментариях замечания, пожелания, вопросы. Ставьте нравится или не нравится. Подписывайтесь на канал. Всего вам доброго. До свидания.